Бабье лето заканчивается, впереди дождливая осень. Такой невеселый прогноз от сайта погода21.ру. В последние дни столбики термометра в республике поднимались до отметки плюс 24 градуса. Это норма скорее для конца июля. Однако уже в предстоящие выходные погода сменится на осеннюю. Начнутся дожди и усилится ветер. В воскресенье похолодает до плюс 13, плюс 18 градусов. К концу сентября среднесуточная температура может и вовсе опуститься ниже отметки в плюс 8 градусов. И пора будет начинать отопительный сезон.